Ну-ка, вместе. Свинки, ламы, олени, зайцы, белки и много кто еще на днях справили новоселье. Животные к просторным вольерам привыкли быстро, говорят сотрудники зоопарка. Я вот иногда захожу, если не пугают, они из рук едят волки. Ну вот как. Просто любить животных. Местный предприниматель приезжает в новый зоопарк каждый день, чтобы покормить животных. Мясо покупает за свой счет и не боится заходить в вольеры к хищникам. Ешьте. В отличие от казанского зоопарка, в Челнинском животных посетителям можно кормить, что с радостью делают маленькие гости. Они любят мясо. А еще что любят они? Гладь. Царица зоопарка бесспорно Кияра. Вольер для львицы большой и светлый. Стены выполнены из бруса. Наверху прикреплена арматура в виде острых пик. Это для безопасности. Стену смотришь, это как будто зима. Это Россия, волки же в России. А там дальше у нас львица Кияра, там уже саванна. Когда сюда поднимаешься, да, в одном месте очень много ты должен видеть. И когда сюда поднимаешься, и быстро не хочется уйти. В дальнейшем зоопарк планируют расширить, чтобы заселить его новыми обитателями. Юлия Шабанова, Роман Зинов, Василий Киселев, эфир 24.